Помогает приятно мыслить и прочувствовать твое отношение к патриотическому воспитанию не только молодежи, но и каждого гражданина. И также годом вселенной становится ветераном Великой Отечественной войны. Очень важно, чтобы они стали, а еще важнее испытывать потребность помнить своих. И смерть веков – это звук сердца, который найден отклик у многих севастопольцев. Ну да, аккуратнее, уважаемый. Бог позволит нам хранить память о подвиге нашего народа
годы Великой Отечественной войны. Каждый из нас должен заниматься о солдатах-победителя, о работниках тыла, о детях, оказывающих помощь нашим солдатам, об отдавшим свою жизнь за Родину, о пропавших без вести, о вернувшихся домой героя-победителя, и поддерживать этот огонь памяти, не давая своим детям и внукам. Что носил солдат во время войны? Бак, билет, письма из дома, а на груди полагранцами коротки. Ведь они должны идти победным строем в любые времена. В 1945 году наш народ победил в страшной войне. События Великой Отечественной войны, а главные люди, которые мужественно прошли ее и одержали победу героическую, оплачивая ценой миллионов человеческих жизней. Вечная слава героям! Вечная слава! Вечная слава! Вечная слава героям! Слава героям! Слава! Но зачем она им, эта слава? Мертвым! Для чего она им, эта слава? Павшим! Все живое! Павшим! Себя! Для чего она им, эта слава? Мертвым! Если молнии тучек завлечет завтра, и огромное небо от грома отлопнет, если крикнут все люди земного шара, ни один из погибших даже не вздрогнет, знаю. Солнце в пустые глазницы не брызнет, знаю. Песня тяжелых могил не откроет, но от имени сердца, от имени жизни повторяю. Вечная слава героям! И бессмертные гимны, прощальные гимны